Хорошо, ну, соответственно, Вячеслав, что это за чудная система? Почему ваша машина завелась, а наша нет? Ну, прогрев по температуре двигателя включается и по напряжению на аккумуляторе. Но у меня стоит на минус 17, чтобы как только становится температура двигателя минус 17 и минус и 12,1 напряжение на аккумуляторе. Как только случается одно из событий, заводится. Ну, соответственно. Сколько раз за ночь сегодня заводилась? Ну вот один раз она после 6 часов стояния в 4:30 утра. И второй раз она завелась в 9:50, около 10 утра. То есть примерно через 5 часов. То есть при 34 мороза, наверное, ни одна машина, ну, вряд ли какая машина без этих посторонних систем сможет завестись. То есть обязательно нужно ее прогревать чем-нибудь. А люди в Новосибирске ставят либо Airbus, либо такую систему? Да, в основном все автопрогрев ставят. То есть практически в большинстве случаев на машинах стоит автопрогрев, чтобы она ночью включалась. Либо самые простые, просто периодичность там ставят 2-3 часа. Ну, а более продвинутые системы, они включают в себя, то есть и возможности запуска по каким-то параметрам.